Так вот вращать. Вращается, да? Можно. Да. Кто кашляет? Маша. Я. Разберемся. Ротку выезживать. Сейчас я покажу, посмотрите. Вот они какие у него, видите, тоненькие внизу. Как шилья, вот возьмите. Когда он вызревает, он очень легко отрывается. Овечки идут, и он попадает вот сюда. А кончик у него делается спиралью. И оно все время на ветру закручивается. Он проходит шерсть, впивается в кожу, проходит кожу, впивается в легкие, в печень, его погибают. Большой падеж был, никто не знал, для чего. А люди городские сорвут его, покрасят, поставят красиво. Действительно, он красивый. Но у него городской не знает, что это опасность. Ковыль. А в крыльях не степи. Такой. У него такой, он длинный, какой-то, такой под волосы. Какой-то волосок, да? Вот смотрите, вот, говорят, вот где купались здесь. Вон отрожек, смотрите-ка. Вон отрожек, видите, прямо? Да. Вон вода. Да. Это туда дальше наша работает. Вон видно столбик стоит, это мы поставили сегодня. И заехать туда столба 3 взять. Столба 3. Хорошие, высокие. Они там куча навалены, прям за колодцем. На территории Володи. Сейчас все поедем. Ну да. Володя. Что нет, остальные летают. Это нам можно сразу. Да, но сейчас они. Да сразу туда едем. Сейчас они с барабашан заедут. Смотри, сидит. Коршун-то какой красавец. Это молоденький. Точно, это подожди-ка. Малыш. Видишь, ему надо искать пищу, он не знает, где ее взять. Да он еще летать не знает, как такое. Видишь, какой красавец. Вот он. Я молоденький. Так, аккуратно. Там вон еще 4 впереди. Нет, ой, даже это вороны. Вороны. Это вороны. GPS только. А вот который черный среди них, это грач. Смотри, очень крутой. Никакой шарваш нас спасать не будет. Он спас 20 человек. Троллейбус ушел под воду на 10 метров. А он был 13-кратный чемпион мира по подводному плаванию. Шарваш Владимирович. Карапетян. И нырял, и нырял. Последнее, вот, когда вынырнул, оказалось, сиденье в руках держит, прижал. И у него сращение после долго лечился, легких, и, ну, как и с инвалидом был. Он, кажется, 14-кратный чемпион Европы был, олимпийский. Вот как интересно. Потом спасает другой раз, на пожаре людей спасает сколько. Шарваш, звать его, армянин. Когда олимпийские игры были, он огонь этот нес. Это первый мостик, вы на нем участвовали, Мария. Вон они работают. Дорогу тут сделал. Дорога была корытом размыта, он дорогу поправил. Что нам так вот дорога, так это ничего. Это мы запасной трюк сделали. Если даже какой провал будет, то сразу. Уезжает так, чтобы задеть. Вот эту грязь надо будет выносить. Оставлю себе. А видел, как это будет? Да вот камень мешает. Мы тут вообще не поедем. Буквально. Вот, Сережа, машина какая. А ты бы тут сразу, все. Дождик еще не начался. Где он, дождик? Его и нету. Панику наводит. Ничего. Константин обстановку не знаю, что у Сережи машина, она без первой ведущей. И маленькая непогода, он не движется. Другую купить не на что было. Тут то понятно. Вот машина. Ты же переключил только, она из-под себя тянет. Она еще не стоила Виктора за руль. Прямо в аэропорт отвезет.